Так, смотрите, ну если у вас на тюнере примерно вот такая вот ситуация, то есть вот индикатор показывает примерно 39-40%. Тюнер работает, как видим, но ничего нет. Идем к нашей антенне и смотрим DSEC. Так, ну вот мы пришли к антенне спутниковой. Вот наша DSEC. Смотрим вход на DSEC, вот подписан тюнер. Раскручиваем крепление кабеля и смотрим. Так, что мы видим? Смотрите. Как видим, кабель обломан. Естественно, тюнер наш не будет работать. Перезаделываем провод. Вот и все, после этого все должно заработать. Смотрите, вот здесь, видите, так же самое, все гнилое, все заняло. И это у нас идет на тюнер. Естественно, никакого сигнала не будет на тюнер. Вот и вся причина, если не работает тюнер спутниковый тюнер. Зачищаем, заново ставим, все должно заработать. Так, ну вот все, перезаделал я. Все, вот смотрите, уровень сигнала идет 52%. Все работает. Вот так вот.